Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья, вы на канале «Прогулки по Харькову». Сегодня мы идем гулять по Алексеевке. Я доехала до станции метро Алексеевская. Иду сейчас прямо по улице, дойду до класса, а затем буду искать адрес, который мне нужен. Я приехала сюда в гости, мне сказали адрес и примерно куда идти. Вот, но куда идти точно я не знаю, поэтому буду просто идти по Google карте. И пока буду идти, сниму вам немного эту дорогу, этот район, и вы посмотрите, как здесь живут люди. Мое первое впечатление. Очень много зелени, очень зеленый район. Масса деревьев, много травы. Тихо, спокойно, скамейки, магазины. Много прохожих. В общем, отличный спальный район. Здесь, наверное, очень комфортно и удобно жить. Тем более сейчас в каждом таком спальном районе есть много магазинов. Вот любые услуги. Вот, допустим, проходим мимо. Первый этаж написано «Доктор Лор». Ну, сегодня воскресный день, закрыто все. Вот я снимаю воскресенье видео. А вообще, вот видите, тут вот мы проходили, какой-то был турецкий ресторан уже открыт. Вот рядышком аптека на первом этаже открыта. Вот, давайте посмотрим, что это такое. Что это за такое заведение? А, это пиццерия. Но она пока закрыта, смотрю, видимо, не работает. Так что, в принципе, район очень удобный для проживания. Мне нужно будет сейчас зайти в класс. Вот еще одна аптека сбоку. Нужно будет сейчас зайти в класс. Я немножечко там прервусь, а затем продолжим наш путь. Рядышком магазин обувной. Сандалини называется. Еще одна аптека. Ева. Любая косметика, все здесь есть, шампуни, крема. Вот видите, как тихо, спокойно, вот даже люди продают что-то свое. Так, и где же супермаркет класс? Ощадбанк, пожалуйста, для людей все удобства. Какие-то приколочки продают. Вот приватбанк, студия красоты, кулиничи, кафешка любимая, быстрый перекус, кофе, всякие булочки, сэндвичи, все там можно купить. Так, я так понимаю, мне идти далеко, потому что я примерно догадываюсь, сколько мне еще идти. Так, кулиничи проходим. Ага, вот магазин с одеждой. Фасон называется. Одежда и обувь здесь. Вот Салтовский мясокомбинат. Вот видите, масса магазинов в этом районе. Ну, мне нужно идти прямо так. Аромакава. Вот не знаю, что лучше, кулиничи или аромакава. Ну, честно говоря, мне кофе нравится больше в аромакаве. Там есть вкусные десерты. Вот, ну, а выпечка больше нравится в кулиничах. Автоматы с водой стоят здесь. Что-то продают. Небольшой такой лоток. Яйца, наверное, масло подсолнечное. Овощи, клубничка. Так, что еще здесь? Ага, новая почта есть. Вот видите, как это удобно. Все рядышком. Лимонады какая-то, вывеска. Вот видите, масса магазинов. Магазин косметики, оптика, парикмахерская, стрижка работает. Кстати, видишь, там девушка внутри находится. Суши, кафе суши. Что еще? Зоомагазин открыт, работает. Вот здесь, видите, все зеленое, много голубей, воздух чистый. Вот рядышком магазин
одежда, обувь, аксессуары. Это уже второй магазин. Кстати, вот мы там от метро отошли. Там был такой магазин. И здесь тоже. Вот видите, опять лавочки. Можно отдыхать. Так. Магазин мобильных аксессуаров. Вот дальше открыт, работает. Это косметика. Для салонов написано. Что еще? Просто, видите, обычные дома. Но вот первый этаж очень часто, кстати, его занимают какие-то предприниматели. Вот зоомагазин у Киса. Аппаратная косметология Дива. Салон красоты. Вот, что еще здесь есть? Камелия. Тоже салон красоты. Ломбард. Вот рядышком справа я снимаю какое-то кафе. У нас тепло уже в Харькове, наконец-то можно раздеться. Давно поснимали курточки, летняя обувь. Смотрите, вот магазин кондитерские вырубы. Всякая вкусняшка. Хлебный киоск, булка хлеба называется он. Так, что еще тут есть? Еще обувной магазин один идет. Горячая выпечка. Так, но я не вижу нигде супермаркет класс, за которым мне нужно завернуть. Как мне было сказано. Что-то я, наверное, заблудилась. Буду сейчас искать по Google карте, куда идти. Короче, я пошла не в ту сторону, иду обратно. Все, друзья, я нашла дорогу правильную. Теперь иду наконец-то правильно. А на этом месте будем прощаться. До скорых встреч, до свидания. Жду вас на канале «Прогулки по Харькову».